Всем привет! Сегодня у нас 27 июля 2019 год. Украина, город Кременчуг. Показываю вашему вниманию абрикос персиковый. Брал под названием абрикос персиковый. Короче говоря, первое подношение. Уезжал я 9 дней назад на отдых. Этот абрикос был зеленый. То есть я попробовал, он еще такой кисловатый был, зеленый, все. Вот это приехал, он полностью поспел, что меня удивило, что он не посыпался, как многие сорта абрикосов. То есть вот он полностью спелый, я покажу сейчас полностью. И он хорошо держится на дереве, отлично. Вот такой вот размер, подвой, говорю сразу, Pumiselect, подвой неважнецкий. Вот рядом дерево начало, блин, пропадать на этом подвое. Но я все это буду переделать на жердель, на дикий абрикос, потому что не годится Pumiselect. Можно сказать, первое подношение этого сорта. В том году было пару сигналок, мы пробовали. Нам с отцом очень понравился этот сорт. То есть и по вкусу, и по размеру, хотя и подвой хреновенький. То есть я думаю, что на жердельке будет он вообще крутой. Вот, он полностью выспел, спелый-спелый, сладкий-сладкий. Вот, блин, я приехал, позарастало, все надо косить. То есть на каждой веточке хорошо загружен, в принципе. А тут внизу может даже еще зеленоватый кое-где, на солнышке более. Абрикоска такая чистая. Понятно, что с обработками. Без обработок не знаю, как он себя будет вести. Обрабатываю сад весь одинаково. Так, это с другой стороны дерево обошел. Деревцо небольшое. Вот это деревцу третий год от посадки. То есть покупал подвой Pumiselect. Такой мощный, хороший. Прививал на него, хорошо, не пошли в рост, все, но, блин, расти сейчас они сильно не хотят, деревья, плоды мелкие, такого некрупного размера, сейчас их взважим, посмотрим, какой у них вес, расскажу уже, какой вкус, разрежу, на вид такой неплохой. Более товарный абрикос. Так, давайте посмотрим, какой вес. Видончик неплохой, такой красивый, горячий. Форма интересная, такая чуть-чуть приплюснутая. Такая вот интересная, как у инжирных персиков, чуть-чуть сплюснутая. Сейчас посмотрим. Так. Косточка какая-то тут отделяется. Сейчас глянем. Да, она полностью свободная. Вот такой вот сочный сорт. Сейчас посмотрим, будет сок бежать. Ой, блин, на весы, ё-моё. Да, сок овалом. Мякоть вот такая вот. Сейчас надо сварить его. Угу. Классный сорт, вкусный, очень вкусный, присущий абрикосовый явный аромат, сладкий, мякоть, можно сказать, тает во рту, то есть отлично, по вкусу отличный. Так, что с весами, что они тут? Показывать не то, что надо. Так, давайте посмотрим вес, какой у него. 59, 57, так, 60. Но это с учетом, что подвой Pumiselect. Форма вот такая вот интересная, приплюснутая. 64. Это самые большие. 68. 64, То есть на жердель, я так понимаю, должен быть грамм по 100. По-любому. 64. 70. 100 должен быть. Ну, грубо говоря, на пумиселекте средний вес 60 грамм. 66. Но вот помельче есть плоды. 50. Вот так вот, вот такой вот товарный абрикос. Полностью спелый. Этот еще зеленоватый. Полностью спелый под транспортабельным, я думаю, не будет. То есть его надо, если на продажу, именно зеленцу рвать. Так, сейчас еще разрежем мякоть. Посмотрим, а то не с того начал. Давайте разлупаем. Вот так вот. Косточка свободная, видно. То есть по краю чуть-чуть у нее. Переживал морозы, самые большие были минус 24. Этот сорт. Вот такая вот у меня мякоть. Косточка довольно-таки крупная. А так сорт, видите сами. Красивый, товарный. Интересной формы, вот такой вот приплюснутой. Довольно крупный на пумиселекте. Даже. То есть... Я думаю, что он должен на жерделе быть крупный. Поздний, такой не поздний, а средне-поздний сорт. То есть конец июля. Такой вот сорт. Вот полностью спелый сорт. С него аж течет все. Короче, рекомендую. Мякоть мед. У кого растет этот сорт, отпишитесь в комментариях, как он себя показывает. Может быть, на севере Украины. На юге Украины, кто на чем его выращивает, какой у него вес на подвое, дикий абрикос или жердель, тоже интересно. Этот дерево я буду переделать на жердель, потому что на пумиселекте мне не нравятся деревья. Это все надо переделать на другой подвой. Пишите, рассказывайте, делитесь с людьми, как он себя показывает в вашей зоне, с вашим уходом. То есть, я думаю, будет всем интересно почитать в комментариях отзывы. А так, кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Буду снимать дальше новые интересные видео за разные сорта. Всем спасибо за внимание. Всем пока.